Главный тренер хоккейного клуба «Строитель» Павел Франц возглавит национальную сборную по хоккею с мячом. Решение было принято на заседании исполкома Федерации в Москве. Ранее занимавший должность главного тренера мужской сборной России Михаил Юрьев подал в отставку. Отмечается при этом, что Франц не покинет республику и будет совмещать тренерскую работу со своей нынешней работой в «Строителе». Контракт с ним планируется перезаключить в конце мая. Свои поздравления именитому земляку адресовал глава Коми. На своей странице в Инстаграм он отметил, что назначение, цитата, «это большая ответственность и новый простор для самореализации». Сергей Гапликов уверен, что Павел Франц достойно справится с поставленными задачами и оправдает высокое доверие федерации. Также губернатор поблагодарил главного тренера за решение продолжить работу в родном клубе. В 2021 году Сыктывкар примет чемпионат мира по хоккею с мячом среди мужских команд. И многое еще предстоит сделать в рамках подготовки.